общежитии за ярким балаганом, что разбили циркачи на той неделе. Лилипут себе приснился великаном, теснотища, заворочился в постели, ног не вытянешь, не разбросаешь руки, стал игрушечным домишко почему-то. Все сместилось, не отыщете в округе человека вы огромный лилипута. И над ним не насмехаются разини, смотрят головы задрав на Гулливер. Нет опять ему костюма в магазине и ботинок подходящего размера. Он идет по миру шагом семимильным, и реке не задержать его разливом. Лилипута все считают самым добрым, самым сильным и, конечно, конечно, справедливым. В общежитии за ярким балаганом, что разбили циркачи на той неделе, лилипут себе приснился великаном, теснотища, заворочился в постели. Этот сон ему казался необманным, только утро приближалось по минутам. Было б лучше, если б он себе не снился великаном. Каково потом проснуться лилипутом? Лучше б он себе не снился великаном. Каково потом проснуться лилипутом?